Рэкетиры на работе. Правоохранители Одесской области задержали группу из 6 человек, которая в течение месяца систематически вымогала деньги 46-летнего предпринимателя. По словам потерпевшего, злоумышленники пришли к нему домой, где избили и отняли 65 тысяч гривен. Через несколько дней они приехали уже к торговому лотку предпринимателя и потребовали еще денег, мотивируя это тем, что указанной выше суммы недостаточно. В дальнейшем правонарушение отобрали у потерпевшего 10 тысяч гривен, 2 мобильных телефона, ключи, документы на автомобиль «Мерседес» и завладели транспортным средством. Оперативники областной полиции установили, что к противоправным деяниям причастны 6 мужчин в возрасте от 25 до 32 лет. Один из них – родственник бывшей сожительницы потерпевшего, а еще один – иностранный гражданин. На протяжении этого месяца 6 человек меня терроризировали. Началось, ворвались ко мне домой, начали бить меня руками, ногами. И у них ножи, пистолеты. Забрали у меня все деньги, что были, уехали. Очень испугался. 4-5 дней жил в машине, боялся переходить домой. Он их всего мить. Забрали підприємця з роботи, відвезли до нього додому та під загрозою зброї забрали гроші, мобільні телефони та інші особисті речі. До обрання запобіжного заходу фігуранти поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 3 статті 187 та частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України.